мы сейчас находимся в Тбилиси, в здании Кавказского дома, где сегодня проходит фотовыставка «Ингушетия. Край башен и легенд». Здесь представлена фотокомпозиция, представляющая историческое и культурное наследие Ингушетии. И также будет презентован ингушская народная национальная кухня, а также, как я сказал, мастер-класс от солистового государственного ансамбля «Ингушетия». Кавказ и живущие здесь кавказские народы имеют свою насыщенную, богатую историческую культуру, в которой отражены не просто традиции и быт, и нрав народов живущих, но это еще настолько древняя культура, которая может нынешнему поколению и не только наших, да, вот, нашим как кавказским, да, народам, но и всему миру, показать те традиции и обычаи и ту культуру, донести до них те ценности, которые формировались веками здесь и имеют большую ценность и могут послужить на будущее, в принципе, многим народам.